Я бы сказал слово «готовить», но готовит кровать ко сну. А у нас технологический процесс, направленный на реализацию гастрономической мысли. И сегодня это креветки с соусом карри от Heinz. Блюдо очень простое, но интересная технологическая находка шеф-повара, то есть меня. У нас есть креветки, уже почищенные, классические, тигровые, самые простые. Креветочные чипсы, из которых я заранее сделал такую вот крошку. То есть на блендере в пульсовом режиме просто пробил в крупную фракцию. Есть соус Heinz. Также есть помидор. Это все сейчас превратится во что-то невероятное. Погнали! Помидор обжигаем горелочкой чуть-чуть с двух сторон, так, чтобы треснула кожа, и зачищаем. Берем помидор, салфеточку. Помидоры хаотично нарезаем. А теперь просто перемешиваем. Смотрите, какими эксклюзивными движениями. Все, жарим креветки. Наконец-то! Мы разгоняем фритюр. Здесь у нас растительное масло. Нужна температура 210-220 градусов. Берете креветку. Так вот ее подрезаете. Быстро, прямо перед фритюром. Вот так вот ее на сюда. С другой стороны на, тут на. Прямо вот так. Погнали туда. Беру тарелочку. Тарелочка у нас морская, такая же, как креветки. Готовый соус выкладываю прямо в тарелку. Выкладываем креветки хвостиками вверх, чтобы было удобно брать. Чтобы усилить вкус креветки, мы сделаем немножко кунжута. Именно сделаем. Черный кунжут, высыплю его так на доску, чуть-чуть не нужно. И ножом раскрою. Он внутри белый, это будет очень красивый контраст цвета, черный-белый. Я давлю, и раскроется вкус. Приятного аппетита, друзья!